Сегодня в Крымском федеральном университете представили исполняющего обязанности ректора вуза Андрея Фалалеева. Выступая в первый раз перед членами наблюдательного совета, новый руководитель КФУ поблагодарил всех за поддержку. Университет является крупнейшим ведущим вузом Республики Крым, включая в себя 8 академий и институтов. Здесь учатся более 35 тысяч студентов. Глава Крыма Сергей Аксенов, возглавляющий наблюдательный совет КФУ, подчеркнул, что никакие поставленные перед вузом задачи со смены ректора не отменяются. Напомним, что еще весной Сергей Аксенов выразил недоверие бывшему ректору Сергею Доничу. Вчера он написал заявление об увольнении по собственному желанию. Хочу сказать, что Андрей Павлович замечательный специалист. Мы пообщались, самые лучшие отзывы из предыдущих мест. Вот, на мой взгляд, то есть, уверен, что университет заживет новой жизнью.